Сейчас я доберусь до машины, доберусь до гостиницы и изображу.
говорила. Все! А, сейчас я доберусь до машины, доберусь до гостиницы и изображу. Сейчас я доберусь до машины, доберусь до гостиницы и изображу.
Сейчас я доберусь до машины, доберусь до гостиницы и изображу.
Сейчас я доберусь до машины, доберусь до гостиницы и изображу. Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. И мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным. Около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Беларуси за эти усилия. В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без дальнейшей без повышения уровня напряженности.
Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря на расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Действительно были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию. Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. И именно вот во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующее решение.
Сейчас я доберусь до машины, доберусь до гостиницы и изображу.
два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. И мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Беларуси за эти усилия. В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без дальнейшей без повышения уровня напряженности. Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря на расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Действительно были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать. С учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию. Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. И именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующее решение.
два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. И мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Беларуси за эти усилия. В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без дальнейшей, собственно, без повышения уровня напряженности. Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря расположения. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Действительно были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать. С учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию. Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. И именно вот во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующее решение.
Сейчас я доберусь до машины, доберусь до гостиницы и изображу. Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. И мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Беларуси за эти усилия. В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без дальнейшей, собственно, без повышения уровня напряженности. Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря на расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Действительно были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать. С учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем
всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию. Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. И именно вот во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующее решение. Сейчас я доберусь до машины, доберусь до гостиницы и изображу.
два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. И мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Беларуси за эти усилия. В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без дальнейшей, собственно, без повышения уровня напряженности. Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря на расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Действительно были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать. С учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию. Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. И именно вот во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующее решение.
Сейчас я доберусь до машины, доберусь до гостиницы и изображу. Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. И мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным. Около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Беларуси за эти усилия. В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без дальнейшей без повышения уровня напряженности. Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря на расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Действительно, были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать. С учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем
всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию. Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. И именно вот во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующее решение. Сейчас я доберусь до машины, доберусь до гостиницы и изображу.
два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. И мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Беларуси за эти усилия. В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без дальнейшей, собственно, без повышения уровня напряженности. Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря на расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Действительно были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать. С учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию. Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. И именно вот во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующее решение.
下载中天新闻网 APP 抽奖拿好康，小溪咖啡很多人都有抽到，下一个幸运者可能就是你。国立海洋科技博物馆门票一张，位在基隆的国立海洋科技博物馆，最棒的亲子一日游室内景点，快来试试手气哦！下载中天新闻网 APP 参加抽奖。新北水岸河滨自行车租借优惠券，平日租借只要50%。立刻下载中天新闻网 APP 参加抽奖，就有机会50%畅游新北水岸。宜兰苏澳丽桨冲浪体验优惠券，你有玩过丽桨吗？没有的话，今年夏天不妨赶快体验一下，快来抽9折券。旺币最高一次抽到300枚旺币，累积足额可以换快点购折价券。下载中天新闻网 APP 后，输入推荐代码，任选一个账号注册，填写完资料，来到中天复古乐园戳戳乐，上面有5项大奖项等你抽，赶快来下载中天新闻网 APP 抽奖拿好康。